Мы обратились в жилищную инспекцию, чтобы нам провели экспертизу нашего дома. Нам пришло предписание, то, что да, наш дом непригодный для проживания, и либо сделать там реконструкцию, либо под снос. А потом эта инспекция передала в администрацию. Администрация нам дала ответ, что они замажут нам дырочки, вставят окна, подкрасят шпингалеты на дверях, которые как бы уже не соответствуют. После того нам пришло предписание, что нам строго запрещено пользоваться санузлами, так как возможно обрушение. И в течение 10 дней, если мы сами это все не уберем, это все придут, опечатают, уберут, да, машинки стиральные, душевые комнаты. И как нам дальше жить, делать детей, купать. Жилищную компанию обязали сделать ремонт и убрать все вот эти недочеты. Но компания никак не отреагировала в 2016 году. В 2017 году опять написали жалобу, поставили им срок до 1 июля, по-моему, 2017 года. Осталось 2 недели, опять ничего не делается. Сегодня была я в администрации, взяла ответ на нашу жалобу. А глава администрации, там написано, что им опять дают срок до 1 июля 2017 года. Но это издевательство. И уже не знаем, что делать. Нам что с домом делать? Вдруг он развалится. Если он не развалится, так надо, наверное, делать ремонт. А вы давно тут живете? Я живу здесь с 2002 года. Так, а что это за общежитие? Раньше было химзаводское общежитие. Мы его получали как временное жилье и стояли на очереди все на квартиры. Муниципалитет Волгограда перевел наше общежитие в многоквартирный дом. Но для того, чтобы это соответствовало стандартам многоквартирного дома, ничего не было сделано. Вот это вот последствия. Обрушиваются стены, перекрытие межэтажное мокнут, обрушается. И куда мы ни обратились, нас все по кругу футболят. Мы хотим, чтобы нам сделали экспертизу, насколько это разрушение, опасно ли оно в будущем, и поможет ли залатать, как они говорят, замазать дыры, и можно ли его отремонтировать, поддается ли оно ремонту. И если это не поддается ремонту, то пусть признают его аварийным. Люди же здесь живут все-таки жить с детьми. Это капремонт должен был, как вот по интернету, в 2017 году. Там замена у нас идет кровли. Вот то, что девчонки сказали. Холодной воды, трубы стояков. Обещают нам сделать горячую воду. Но как они могут ее сделать? В 2023 году. А потом половина, фасад и все остальное идет в 2023 году. Так мне объясните, что же делать-то в 2017-м, если фасад у нас разрушается? Нам нужно сейчас его делать. Они не хотят, они перебрасывают по интернету на 2023 год. Фасад здания разрушается, вываливаются кирпичи, то есть могут рухнуть стена дома, перекрытия межэтажные, все это разрушится. ЖЭК, наш ООО ЖЭК, не предпринимает ничего, не делает нам ни ремонт. И не признают нас аварийным домом. То есть мы живем вот в таком. Они повесили нам предписание, чтобы мы не пользовались. А чем нам пользоваться где? Многоквартирный дом, но пользоваться мы условиями цивилизации, будем так говорить, не можем. Ни машинки, ни водонагреватель у нас нет, горячей воды, ни душевых кабин. То есть, в общем, запретить легче, чем что-то сделать. Вот. В общем, мы боимся жить и заходить уже действительно, что могут рухнуть перекрытия. У нас дети, ну и как бы и мы тоже, никто не хочет погибнуть под этими завалами. В общем, просим помочь нам очень, потому что мы обращались уже и в жилищную инспекцию, и в администрацию, и в прокуратуру, и все друг другу передают эти наши бумаги, а ВОЗ и ныне там, то есть ничего не делают, вообще ничего.